Друзья, день добрый. Я здесь один на крыше с юнитом на 22-м флотагенте. Вот. Ну и давайте посмотрим, что у нас. А давление у нас просто обалденовское. 15 на 160. Должно быть 68 на, ну, на 200 хотя бы. Хотя бы на 200. То есть нам нужно будет его дозаправить. Вот такая вот штуковина. Сложного в этом ничего нет. Дозаправлять будем по массе. Она чуть-чуть прыгает, эта масса. Ну, как-то так. Ну, короче, плюс-минус 10 грамм будет. Вот процесс пошел. Все, на 50 PSI заправлять. Смотрите, сразу на high pressure. Смотрите, 150, 160 пошло, 175, вон процесс пошел. Ну и начали тикать часики. Вон 200 грамм уже ушло, 200 грамм, это немало. Вот. Так проще заправлять, чем таскать с собой полный баллон, который нереально поднять на крышу. Перекачиваю в небольшие баллоны по одной трети. И с этим баллоном можно легко ходить. По крайней мере, это одна треть, а не полный баллон, потому что полный баллон реально очень тяжелый. Так, ну что, заправили вон уже 300 грамм. Давление у нас чуть-чуть, видите, стабилизировалось. Я имею в виду, как бы, если мы вот так вот сейчас опять сделаем. Сейчас она опять вверх поползет. Вот, на 60. Это нормальное стабильное давление. У нас должно быть где-то 68. Вот. И, наверное, я думаю, что учитывая, что сейчас вон вокруг все холодное, то у нас давление, наверное, выше 200 не поднимется. Но, а здесь, я не знаю, пару килограмм войдет. Вон уже 600 грамм вошло. Ну, ничего. Я, кстати, я нашел утечку сразу же, когда открутил, вот в этом месте, из-под этого места травило, а здесь не видно. Сразу из-под него же травило. Чуть-чуть обморожение пошло. Мне кажется, нужно уменьшить скорость заправки чуть-чуть. Ладно, пока все.